Ну что, доброе утро. Эля хочет снимать наши тела. Нет, не хочу, наоборот. Вот, но кому-то это может понравиться. Только платная подписка. Ой, значит, едем. Нам еще ехать 43 минуты. Будем купаться, отдыхать, париться, баниться. Баниться? Это я просто так решила сказать сейчас. Париться, баниться, мне кажется, прикольно. Вот. Так что, какие ожидания от этого места, Вероника? Не знаю. Я ничего не ожидала. Чтобы поплавать на улице. Да, там есть на открытом воздухе подогреваемый бассейн. Посмотрим, как там. Я в таком была в Сочи. Там красиво видно гору. Вот. Ну ладно, посмотрим, что тут. Не переключайтесь. Hello. Так, Вероник, как дела? Пока еще непонятно, мы еще не плавали. Мы в белых халатиках. Не в психушке. Огромная, да? Это лопатка. У меня по голове. В Афину. Что тут еще есть? Вот это что? Похоже на сушилку. А сзади? О, прикольно, тут есть ватные диски, очищающее средство для лица, баланс. О, кстати, прикольно. Что еще? Намазываю. А еще я что-то как-то сложно мне было разобраться с этими ящиками. Но мы разобрались, да? Все, короче, идем купаться. А, прикол, открываю, там голые тетки. My head's crowded with pictures for hours. You and when we used to be. All those places and secrets were ours. I still find their way in my dreams. Sometimes I stop at that coffee shop. I pretend that you're waiting for me. I see your face in every face. Every step, every block, every street. It's a lonely city when the neon's bright. And you're now with me to shine your light. The skyline's empty, nowhere to hide. It's a lonely city, it's a lonely.
вы мать. Просто, да, Вероника? Место. Как ты будешь вести за рулем машину? Как и всегда. У нас нет сил просто. У меня даже рука трясется, настолько у нас расслабон. Мы еще на всяких этих гидромассажах постояли, да? Но на видео этого нет, поэтому этого не было. О, реально, мы же хотели, кстати, забыли. Да? Я так испугалась, когда он включился. Просто пипец. Так, все, выезжаем отдыхать домой. Отдохнули тут, надо отдохнуть дома теперь.